В Рязани отметили годовщину освобождения Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков. Торжественная церемония возложения цветов прошла на площади Победы в понедельник 2 февраля. Памятная дата для ветеранов, участников церемонии, стала еще одним поводом вспомнить о тех великих и трагических событиях, свидетелями которых они были. Но сегодня действительно такой трагический день, который был именно в 1942 году, в ноябре месяце, и по 2 февраля 43 года, это самые упорные бои были за наш великий город Сталинград. Именно с этого победного дня началось наше шествие на германскую армию. Мы же шли уже уверенно со Сталинградской битвой, побеждая врага. Мне, в частности, на Сталинградской битве быть не удалось, но, однако, я тоже прошел боевой, славный мой боевой путь. Я лично освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию и Германию. Я участник взятия Берлина. Это самый победный наш именно день, который так будем отмечать мы в этом году, 70 лет нашей великой победы. Это будет торжество всего народа, всего мира для нашей победы. Мы, участники войны, с гордостью носим имя ветерана войны. И свой опыт мы сейчас передаем нашей молодежи. Я думаю, что наша молодежь, в частности, мы лично, вот я участвую в военкомате, работаю в дни переписной комиссии, и призывной комиссии вот сейчас проходит, и наши фронтовики тоже ходят в военкомат. Мы их настраиваем на тот лад, который был в нашей душе, в наших сердцах в дни славной победы. Молодежь сейчас стала наша активно именно и слушать нас, уважать и подражать нашему примеру. Мы очень гордимся тем, что наш именно победный праздник не пришел даром. Мы воевали не ради славы, ради жизни на земле. У нас все меньше, но звезды наши светят. Подвиг наш будет вечно жить. Нет ничего почетнее на свете. Это Родину любить. Так что будем Родину любить вместе с нашей молодежью до конца своей жизни.